Сегодня хабаровчане принимают Химки. 20 градусов в Хабаровске, вполне себе даже и летняя погода. Я бы не сказал, что полноценная осень повисла над Хабаровском. Я думаю, сегодня хорошая посещаемость будет на стадионе имени Ленина. Просто лишь потому, что и погода предрасполагает, и соперник очень статусный. Особенные элементы подготовки. И уже потихоньку все привыкают к дальневосточным матчам. Кидышев бьет, опаснейший удар! Николай Покидышев с правой ноги в ближний угол. Вот сохранялся нерв перед этим ударом. Было ощущение, что хабаровчане очень опасно разыграют этот стандарт. А вот он шанс для СКА. И ничего себе, какой момент! Саид Алиев убегает с собственной половины. Алиев, удар, Обухов! Еще один сейв Игоря Обухова. Уверенно выигрывает борьбу Олег Кожемякин. И снова заход. Опаснейший момент. Удар и гол. И забивает Артем Симонян. Передавая всем привет. 1-0. И очень активно начинается второй тайм. Потеряли из виду Артема Симоняна. Получает он передачу от Андрея Никитина. Давайте посмотрим, меняется ли направление удара после касание Сергея Терехова. Ну, пожалуй, действительно, мяч срезает. Низом разыгрывают хабаровчане. Великолепен Алиев. Падение и желтая карточка. Сначала, если честно, показалось, что арбитр показывает предупреждение Алиеву за симуляцию. И Алиев против Обухова. Еще одна дуэль этих футболистов. И забивает Алиев. Все же прошил Игоря Обухова, хотя Обухов был очень близок к тому, чтобы команду спасти. 2-0. Давайте смотреть. Да, и здесь остается только схватиться за голову голкиперу Химок. Ответ в исполнении Химок. Руденко. Уже в штрафную. Руденко. Смещение. Классный проникающий пас на Панченко. Панченко забивает. 2-1, 73-я минута, и Химки вернулись. Кирилл Панченко, недавно появившийся на замену, забивает первым же ударом по чужим воротам. Вот и Химки, вот и мастерство подмосковной команды. Кирилл Панченко очень аккуратно, очень четко мяч укладывает. Но не до скандалов сейчас Химкам, нужно сравнивать счет. Правда, в атаку идет Хабаровск. Момент, удар, 3-1. 3-1 и забивают хабаровчане, уже, в общем-то, зафиксировав победу в этом матче. 3-1. И это, между прочим, не кто-нибудь, а Максим Кутовой, появившийся на замену совсем недавно и заменивший Жана Шарля. Обратная замена в исполнении Романа Шаронова сработала на все 100. 3-1. Последние секунды нашего матча. И Сергей Куликов фиксирует победу хабаровчан с разницей в два мяча. Еще раз отметим, что все голы в этом противостоянии были забиты после перерыва.